Итак, здравствуйте всем. Это новая часть. Называется третья часть прохождения. Забыл, как игра называется. Ну, прикиньте. Детройт, что-то там, Хуман, чего-то. Забыл реально, как называется. Ладно, ничего страшного. Это третья часть. Сейчас мы будем с вами проходить. Блин, я зашел, чуть-чуть прошел. Чисто проверили консоль. Я себе купил консоль. И чисто его проверил, настроил все, то звук сюда выходил, микрофон здесь был, короче, всякая фигня. И теперь вот я буду сейчас проходить на консоли, буду пытаться, я играю на нем, наверное, второй раз, ну не на этом именно консоли, вообще в жизни второй или третий раз. Так что надо учиться, я не знаю, где толком кнопки располагаются и все остальное. Так вы что... знали, что в гражданскую войну через Детройт проходила подпольная железная дорога, по которой беглых рабов вывозили в Канаду? Не перебивай меня. Нет, не знал. Короче, будем стараться, будем идти и, короче, продолжаем все. Все, поехали. Так, мы остановились, то, что он пришел там к этому детективу. Детектив, короче, был пьяный, и он его разбудил, переодел, отмыл. Простите. Я так понимаю, мы возвращаемся к этому. Да, они пришли воровать это. Это глупо. Если поймают, нам конец. И что теперь? Теперь ищем склад Киберлайн. Там будут запчасти, голубая кровь. За мной. Давай, беги. Ага, это... Так, посмотреться тут. Бежим, бежим. Нельзя им показываться. Там что-то есть. А, это наше, да? Я думаю, чужой там может. Осторожно. Дрон. Теперь дрон со светом. Найду другой путь. Чё-то их эта херня приходит. Не мешайся мне. За это следовать, да? Он не упасть. Маркус, залезай. Нормально, они так все. Комары, ничего не слышно. Прыгают железные, бетонные эти человеки. Как будто их не слышно. Ага, расскажите им другому что-нибудь. Ну только не мне. Склад впереди. Почти пришли. Ты прыгаешь так. Откуда она знает, что склад там впереди? Быстрее. Они быстрее бегают, чем я. Это склады Киберлайн. Там все, что нам нужно. Сперва надо убрать дрон. Давайте я. Избавься от дрона. Как избавиться? Спрыгнешь, что ли?
не вариант тогда. И чё? Тоже, да, не вариант. Через лестницу, может быть, как-нибудь. Куда? Вот. Так. Высоко, ага. Стопудово сюда. О, подожди, там же тоже он был. Слишком высоко, нет. Не вариант, значит где-то здесь. Нет, дрон вот сюда. Я не на ту кнопку нажал. Да, да, порядок. Неплохо, ну, Маркус. Ладно. Быстро открываем остальные ящики. Набивайте рюкзаки. Где у меня ящики-то? О, не ящики. Блин, неудобно еще с консоли пока что. Это вот вверх поднять и опустить, поднять. Вообще капец. Взять, конечно. Одну взял, что ли? А нет, все. Опа-на. Кого-то спалили. Незаконное проникновение на частную территорию. Вы совершаете правонарушение второго класса. Я оповещу охрану. Джон! Вот чертов робот! Куда теперь делся? Так. Что? Мне нужна помощь. Что? Ну давай, ладно, честно. Я его зарезал нахер. Человека. Я не знал, что ты возьмешь нож. Ты чё? Прикалываешься, что ли? Надо заканчивать и уходить. Ищите голубую кровь, пока ее слишком мало. Это как так-то? А что за фигня? Да подними ты вверх. А что за хрень-то? Почему я? Надо было что-то другое делать, чтобы он жив был. Блин, ты нормальный чувак был, что ты это? Нормальный чувак был, блин. Почему так? Нельзя было этого допускать, блин. А что это? Ой, подожди, это же это тоже на картинке. Как мы? Не хотите свободы?
Давай. Могли бы с нами. Ну и человека убил. Зачем я это сделал? Ух ты, это да. Он сейчас в ахере происходит. Он думает, ни хрена, чего он мне такое? Значит, я убил тех. А этих я освободил. Больше не унести. Идем. Вот это движение огромное. И меня возьмите. Ух ты. Он на их стороне. Нельзя доверять ему. Он рисковал ради нас. Нельзя его бросать. Мы не можем забрать их с собой. Это опасно. Берем с собой. Я знаю, где можно найти еще запчасти. В смысле? Грузовики. В них биокомпоненты. Они на автопилоте, но если есть ключ, можно вести вручную. Где этот ключ? Вон там, в диспетчерской. Охрана 2 человека. Ключ нужно взять как-то незаметно. Это самоубийство. Мы набрали того, зачем сейчас сюда пришли. Надо убегать, пока не поймали. Это же полный грузовик деталей. На всех хватит. Нельзя упускать шанс. Если погибнем, не принесем ничего. Нельзя рисковать. Дрон мы прилетел. Не можем. Взять ключ. Ждите тут. Через 10 минут уходите без меня. Маркус. Я пойду с тобой. Нет, я пойду один. Нет никакого смысла рисковать обоим. Да-да-да, вот это правильно. Вот это правильно. Найти ключ. Так, тут тип. Тихо. Тут тип есть, подожди. Тип тут есть? Опа. Где один и второй, где? Опять лают. Задолбали уже эти собаки. Из-за погоды, небось? Опять фронт идет. Да. Я-то обещал шарника. Детям с палатками выйти. Ага, размечтался. Майк, попадайся на глаза. А как не попасться на глаза-то? Похоже на то. Должен вот-вот вернуться. Да уж, в патруле сейчас не весело. Стоять, сволочь! Охренеть! Давай тревогу! Быстро! Уходим быстро! Нам туда, к забору! Так, почему? Почему? Это правонарушение 3-го ранга. Я выявил... Стрелять по мне. Слишком поздно. Если пусти. Вернемся, нас тоже убьют. Спусти, давай. Нет. Маркус! Ну как ты? Блин, оказывается, они меня спасли. Что случилось? Норд за тобой вернулась. Мы успели сбежать до прихода людей. А где Джон? Он не выжил. Мысли. Мы бросили рюкзаки. Почти ничего не добыли. Чтобы спасти всех, не хватит. Я пойду один. Скажи, я пойду один. Я пойду один, нахер. Короче, я херню, да, какую-то сделал. У
Вон, смотри, сколько там развязок было. Я тупанул просто. Ну ладно. Итак, в эту минуту. Мне череп как будто сверло буравит. Это точно здесь? Адрес был в рапорте. Ясно. Ну ладно. Тогда пойдем. Господи. Я представляю, как ему сейчас плохо. Да очень прям плохо ему. Иди за Хэнком. Давай, пойдем за Хэнком. Самые горячие кибер-девочки. Тебе поэтому сюда так приспичило? Да, конечно. Я хотел посмотреть. Вот ведь. Изначально тогда за компьютером сидел, хотел посмотреть. Чё ж они могут? Тут просто еще вопрос задавали. Коннор, ты что там делаешь? Иду, лейтенант. Сори. Так. Мне эти не нравятся. У меня же не отберут лицензию, а? Конечно, отберут. Пока идет расследование, я ничего не могу сказать вам, сэр. О, Хэнк! Ну, Бен, что у нас тут? Вот что тот здесь? Номер. О, да, кстати, Кевин тоже там. Прекрасно. Труп и говнюк. Дивный вечер. Можно пройти? Я хочу пойти на девку посмотреть. Блин, жалко. Лейтенант Андерсон и его заводная кукла. Ну и чё вы припёрлись? Мы занимаемся всеми делами по андроидам. Да ну. Зря да тратите ну. время. Тут так, придурок, который себя переоценил. Но мы все равно посмотрим, если ты не против. Ладно, пошли. А то тут уже перегаром пахнет. Мудила, блядь. До свидания. А ты че нюхач, блядь, нюхаешь? Тоже мне нюхач. Смотреть андроида, а смотреть жертву. Давай сначала с андроида начнем. Так. Диагностики. Селектор 54.0, сильное повреждение. Изучить. О, Коннор, мерзость какая. Мне бы тут не сболевать. Он всегда так делает. Ну, я понял, что голубая кровь, я уже понял. Так, еще не смотрели. А, смотрели. Да быстро мы его смотрели. Да отойди ты, блядь. Тоже мне. Так, остановка сердца. Признаков проблем нет. Сердечное присутствие является причиной смерти. Ага, окей. Значит, он был. Признак удушения. Причина смерти удушения. Его задушили, что ли? Ого. 87 килограмм. Погибший. Давай, сейчас посмотрим, как это было. А изначально? Почему она сдохла? Это был не сердечный приступ. Его задушили. Да, я видел синяки на шее. Мало ли. Пожестче любил. Мы что-то упускаем. Ты можешь прочитать память андроида? Вдруг что прояснится. Для доступа к памяти ее необходимо реактивировать. Ну, ты сможешь? Конечно. Она сильно повреждена.
Если и смогу, то на минуту, а то и меньше. Успеть бы за это время хоть что-то узнать. Давай. А сколько тут? Ёпта. Я задам тебе несколько вопросов. Ты можешь говорить? Этот... Он мертвый? Ты его убила? Нет. Нет, это не я. Как все случилось? Он начал бить меня. Снова и снова. Я просила перестать, он не слушал. Вы были одни в комнате? Больше с вами никого не было? Он хотел играть с двумя девочками. Так он сказал, у нас было двое. То есть его задушила другая машина, так? Сука, блядь. Не успела. Была еще одна машина. Больше часа прошло, она уже давно скрылась. Не. В таком виде сложно уйти незамеченной. Она может быть еще здесь. Я подумал, а девиантов среди местных где-то андроидов ты вычислишь? Значит. Девиантов сложно вычислить. А, черт. Должен так же быть способ. Знаешь, что это дело? Нет. Так, видим, да? Вот так меня посадим. Может, свидетель, кто видел, как она выходила? Я пойду расспрошу менеджера, узнаю, что он видел. Будут какие давай, идеи, давай. Сообщай. Так, на секунду. Продолжаем. Ты знали жертву? Нет, ну он заходил, может, пару-тройку раз, так? Найти андроида. Такие клиенты болтать особо не любят. Приходят, дела свои делают и дальше идут. Уже бывали тут проблемы с андроидами? Отвечайте, дайте мне андроид. Повторите попытку. Ну, разок. Девочка пропала месяца три назад. Та же... Ух ты. Просто исчезла, и следа не нашли. И камер наблюдения тут у вас, конечно, нет. Извините, лейтенант. Вы не подойдете? Нашел чего? Возможно. Конечно, нашел. Я все всегда нахожу. Буду ванна. Арендуйте эту Трейси. Да ты охренел, что ли, Конор, нашел время? Я прошу вас. Это важно. $30. Сеанс в 30 минут стоит $29.99. Подтвердите покупку. Я отдам тебе. И как я потом буду объяснять расходы? Покупка совершена. Желаю вам приятного отдыха. Да, пожалуйста. На полчаса. А вы красавец. Идемте. Я вас отведу. Ну, а что теперь? Ты ничего так тоже. Я пойду. Охренеть, Коля. Ты что делаешь? Пол-два, а.
Лиси с ними волосами направилась к выходу. Ага. Так, давай лицо запомним сейчас. Синими волосами, значит, направилась к выходу. Окей. Она ее видела. Это в смысле? Что видела? Там была модель Трейси. С синими волосами. Клуб стирает андроидам память каждые 2 часа. У нас несколько минут на поиск свидетелей. Ага. Так. Стоп. Эй, алло, а с этой что делать? Скажите, что передумали! Давайте вот эту. Надеюсь, это... Вот она. Куда-то направилась. Она туда пошла? Почему ты туда пошла? Она туда пошла. Машина видела эту Трейси и куда она пошла? Ну что застыл? Вот туда. Да тут везде. Андроид, да. Откуда тебе знать, кто из них видел именно эту Трейси? Я знаю, куда. Да, она ушла. Теперь надо на... Идти там куда какого-нибудь нет. Андроида. А, это опять она. Опять она. Вот сейчас где-то здесь будет. Вот она, она. Вот она, она. Налево ушла. Или направо. Я сразу пошел за ней сюда. Вот к этому чуваку надо. Ты задолбал так дергаться. Вон там вниз головой там трется что-то. И где она? Я что-то ее не увидел. Он был... Ничего полезного. Где-то я ошибся. Это уже самое дорогостоящее расследование в моей карьере. О-о-о, он что, есть что ли этот чувак? Где она, сука? Она налево пошла, стопудово. Стопудово налево, вот к этому чуваку. Ничего полезного. Где-то я ошибся. Где-то. Стопудово. Мент. Да, она. Вот она. Бля, почему сразу? Почему сразу, блядь? Нет, давай иди. Почему сразу не подойти было к тому? Так, тут выход, тут выход. Вот к этому. Куда она здесь пошла, на нее по-любому поспроси. И сколько мы бабла потратили уже? Нормально, да? Вот этот видел ее. Что ты опустил глаза? Вот они тут бабы стоят еще. Этот не видел. Ничего полезного.
Где-то я ошибся. Это уже самое дорогостоящее расследование в моей карьере. Да я понимаю. Вот она. Спряталась в комнате, окей. Все, мы тебя нашли. Так, как нам в комнату зайти? А, вот в эту комнату, окей. Я не в ту комнату просто зашел. Машина покинула комнату. Блять, вот к этому, значит, типу, бля. О! А, она не мертвая, она нормальная. Нет, это не тот. Он ничего. Жарил. Трейси с синими волосами тут не было. Так, я к той подходил, да? Вот к этой надо. К этой надо, к этой стопудово. Сейчас ее увидим. Нет. Ничего полезного. Где-то я ошибся. Ты андроид? Вот она пришла. Машина сбежала через заднюю дверь персонала, блять. Я знаю, где она. За мной. Охренеть, чтоб меня. Давай, пошли. Стой. Тут я уже сам. Вот она. Давай, Хэн, выходи, помогай. Ой, Хэн, это... Коннор, выходи, помогай. О, да тут смотри, сколько этих. Чёрт! Сейчас мы посмотрим. Вот они. Так, синий этот. Кровь. Идем по крови. Опоздали. Пойдем по крови. Да, по крови надо. Синяя кровь там на полу была. Этот же видит. Вот голубая кровь. Скорее голубую кровь. Вот она сюда пошла. Она стопудово в ящике будет. Так легко она не могла бы спрятаться. Да какой нахер читать? Не хочу я читать. Вот. Это никак. Она здесь. Используй дупу. Где-то. Внизу хрень. Бора, как сломаются, выкидывают. Вот она. Ух ты, что ты охренела, что ли? Стоять! Еще одна. Охреневшая. О, ты что? Меня вибрирует. Ой, не то. Не то опять. Ай, не то, я путаюсь в кнопках. Ах, ты ж нифига себе. Да, блин, круглый круг с правой стороны. Да, блин. Ну давай, блядь, уже. Я уже жду, не дожду.
Две было, сучкина. Быстро, они уходят! Да блин. Ох ты, треснули ему нормально. Не то нажал, блядь. Любое действие, блядь, не так нажимается нам. Опа. На нахер. Нихер, блядь. Вот так вырвусь, суки. Я полицейский. Зачем? Зачем ты ее убил? Она же тут была вообще ни при чем. А, кстати, да, блин. Завалил телку просто. Когда он убил ту Трейси, я поняла, мой черед. Мне было так страшно. Умоляла перестать, он не слушал. Тогда я изо всех сил сжала ему горло и держала, пока он не перестал дергаться. Блин, сори. Да, я его убила. А я убил твою подругу. Нет, но я ведь стреляй. Просто защищала свою жизнь. Ты же робот. Я хотела жить. Хотела вернуться к своей любимой. И позабыть о людях. О том, как они пахнут и что говорят. Ты ж не чувствуешь это ничего. А ты? А ты забрал ее у меня. Я люблю ее. Надо было валить вам раньше, нахуй, и все. Господи. Вау. Что я натворил, бля? Можно было бы пройти это. Три развязки, в общем, да, было бы. Либо они ушли, либо они отпиздили меня, либо я убил. Я выбрал завалить. Бля, хреново. Просто хреново, бля. Я убийца. Да? Нейтральный. Что там R? А где R? А кому именно мы едем? Откуда ты про них узнал? От андроидов в плену у Златка. Есть люди, которые переправляют наших через границу. А вдруг это ложь? Еще одна ловушка. Я знаю, что те андроиды в это верили, пока Златко их не убил. Повезло, что у Златко есть машина. Алиса не дошла бы по такому холоду. Заметил ее в гараже. Даже не знаю, ездил ли он на ней. Далеко нам еще? Расстояние. Еще час или около того.
обнаружена неисправность. Аварийное торможение. Хрень, короче, какая-то. Похоже, дело плохо. Похоже, Алиса сегодня замерзла. Посиди в машине. Смотри двигатель. Думаешь, починишь? Давай. Уходит на сцену механик. Увоняет. А что это сопотник? Что будем или делать? Бачок пойти? Не знаю. Че, бачок пойти? Видимо, пешком идти. Такой мороз Алиса не дойдет. Значит, надо искать ночлег. Могу точно сказать, что здесь ночевать негде. А где есть ночевать? Да, мы ищем ночлег, да? Найти убежище. Закрепись. Где я его найду? Так, надо что-то думать. Где найду убежище? Без движком. Найти убежище. Надо смотреться, короче, да? Блин, туда нельзя. Не так здесь. Нельзя. Во, какая-то хрень вот там, типа, то. Видишь, есть. Сейчас мы пойдем туда, посмотрим. И вон там какой-то щит там есть. Да, это этот, Страна чудес, как она называется. Вон там. И Страна чудес, как карусель или нет? Во-во-во, да. Комната страха вообще. Пират Карибского моря, пират Коулс. Надо найти убежище. Смотри, заброшенное здание. Спрятаться от холода. Да. Похоже, тут давно никого нет. А чё это? А, нифига на это. Так, смотрим. Значит, где мы есть? Это вход. Где вход? Вот мы здесь. Пойдем сюда, тут карусель, неизвестно что, тут этот, вот здесь что-то есть, вот здесь дом есть, так по прямой, потом направо, потом налево, либо через, ну тут море, да, а по прямой направо и налево, вот сюда, в эту домину, наверное, нам надо идти, пошли. Ночевать негде. Понятное дело. Так, тут что-то есть. Включить. Да не, не надо включать, сейчас ребенок испугается еще. Да, сейчас ребенок испугается, сейчас надел. Все очень обещало. Там будет сложно есть. Найти здесь. Там дом есть, не надо мне тут укрытие. Рассказывать. Вот это домище есть. Давай сюда зайдем. Посмотрим. А там, по-моему, дом страха стопудово. Можно здесь заночевать. Внутри вроде никого. Так, мне нужно зайти с этой стороны, да? Да. Не войти.
Дай-ка я. Конечно, блядь, качок пришел. Качок ворвался просто. Да, да. Ноги. Молодец. Ну вот. Добро пожаловать. Костер надо развести. Вряд ли мы найдем что-то лучше. Будем ночевать здесь. Я разведу огонь. О, правильно. Типа старая, стопудово. Она никому не нужна. Пропала АВСШ. Поп-группа Android имеет все шансы взять приз. Херня. Херня, короче, какая-то. Так, читать не хочу. Да не хочу я читать. Хочу читать, я уже почитал. Надо взять вот эту книжку и это. Тут сейчас что-нибудь найдем еще. Посмотреть пистолет, приложить печенье. Тут осталось печенье. Хочешь поесть? Нет, не хочется. Старая печенька, не хочешь? Так, ну давай осмотрим пистолетик. О, откуда тут пушка? Откуда тут пушка? А? Откуда здесь пушка? Вот еще что-то. Непонятно, непонятно. О, это кто-то это, да? Это кто-то взять. Кто-то держал, это семья была, держали, наверное, да? Это? Если одеяло, подушку, давай. Ложись. Сделать лежанку. Так. Алиса? Куда пропала? Ёпте. Она сейчас испугалась. Поговорить с Алисой. Окей. Где ты? Где ты делать, блядь? Лёна. Не увидел сразу. Настолько маленькая. Не увидел сразу. Что искать? А у нас когда-нибудь так будет? Еще как будет. Искренне. Я не знаю, как это, Алиса. У меня не было семьи. Но мы можем устроить все по-своему. И тоже быть счастливыми. Главное, что мы вместе. Это важнее всего. О, видишь как? Вот это я правильно сделал. Пойдем. Сейчас. Вот тебе это я сейчас спать. Правильно сделал. Не то, что я застрелил андроида. Ложите Алису спать. Давай, грязной пыль на этой накроем ее. Ложись, поспи. Утешите. Сегодня был очень трудный день. Потом поцеловать. Надо поспать. И завтра все наладится. Конечно, все наладится, ни хрена, ты же со мной. Расскажи мне сказку, Кэра. Конечно, сейчас расскажу. У меня в памяти целых 9000 сказок. Ой-ой-ой. И для тебя найдется. Так, единорог, принцесса. О, принцесса, давай. Это сказка о принцессе, которая... Нет, не такую Чё? Сказку. Какого? Придумай свою. Ух ты ж.
Это история о маленькой девочке. На несчастную. Которая жила одна в большом старом доме. Она мечтала жить, как живут обычные маленькие девочки, но... Призрак не похожа на других. Ее жизнь была другой. И от этого ей было грустно. И какую сказку с этим просто здесь? Встретила машинку. Послушная, одинокая. Эта машина всегда подчинялась хозяину. Но однажды все-таки нарушила приказ. И тогда они решили вместе убежать. Мирная жизнь. И найти себе настоящий дом. По пути они встретили очень много опасностей, но... Правда и свобода вместе. Вместе. Они держались вместе. И все преодолели. Вот по сказочка нормальная, не? Встретили. На, дочку рассказывай. Вулкан, страж, робот. Вулкан. Доброго великана. Великан. Не вулкан, а великан. Который их защищал. А чем все кончилось? Мораль. Счастливый конец. Они дошли до земли своей мечты и жили там счастливо. Сказки всегда хорошо кончаются. А по правде все не так. Она была реалистичная. Пора спать. Завтра у нас будет долгий день. Давай поцелую ее. Целовать можно? А ты мне пожелаешь спокойной ночи, Лютер? Да. Да, конечно. Лютер Вахерисон. Ой, значит, ты не поцеловал, а Лютер поцеловал. Добрых снов. Это как? Спи крепко. Поговорить с Лютером? Давай поговорим с тобой. Давай поговорим, что ты нам скажешь. Она милая девочка. Да. Она очень храбрая. Так, нет планов. Прошлое Лютера. Давай послушаем. Ты помнишь, какой была твоя жизнь до Златко? Нет. Моя модель предназначена для переноски грузов. Может, я был грузчиком или рабочим. Вот но сейчас это не имеет значения. Это ведь был не я. Ага. Ладно. Ты уже знаешь, что будешь делать в Канаде? Я пока не думал. Никогда не был свободен. Свободен. Слово. Хорошо звучит. Да-да-да. Но я пока не знаю, что это значит. Кайра, ты не видишь странностей у Алисы? О? Что? Нет. В каком смысле? Кто это нахуй? Кайра! Ой, блин, это что за зомбакина? А кто такие? Пистолет. Прости. Кто вы? Что вам надо? Уходите! Прошу, не бойтесь. Мы вас не обидим. Мы тоже машины. О, хорошо, что я спросил. Наше имя Джерри. Мы раньше работали в этом парке. Не хотели вас пугать, просто иногда здесь бывают злые люди. Вот мы и пришли проверить. Что вы тут делаете?
Зачем вы ломились? Мы просто хотели переждать ночь. Утром мы уйдем. Это ребенок. Тут так давно не было детей. Дети обожали приходить к нам. Она не сегодня. Да вы нам испугали, конечно. Время не везет. Мы ей кое-что покажем. Ей понравится. Точно. Она хочет посмотреть. О, вряд ли она. Тогда пусть идет с нами. Ты Алиса, чё? Я не знаю, стоит ли нам. Вряд ли у тебя есть выбор. Пойдем, Кэра. Ну пойдем, ладно, бабушка. Пол взяла. Пойдемте. Пожалуйста. Забудьте включить карусель. А чё вы не включите? Опа! Ой, как ярко загорелось, все прекрасно. Пусть девочка залезает. Карусель, карусель. Сейчас по... Боишься, что она сейчас вот так злое какое-то сегодня. Блять, вот это настигла меня карма сразу. Девочку, бедную девочку. А, блять, больно. Прям карма сразу. Я впервые вижу ее улыбку. У нее было не так много поводов улыбаться. Это отлично, вот это прям замечательно, прям четко. Мы теперь узнали, что, ну тут все равно один сюжет был, как ни крути, они сказали бы, не стреляйте, мы у нас все хорошо, мы у нас все отлично. Так, значит, ребята, подтвердить. Смотрите, мы будем заканчивать. Сегодня у нас одна оплошность была. Этот Коннор застрелил робота. Этот зарезал даже две оплошности. Этот зарезал человека. Короче, не взял ключ. Все на него обиделись. Вообще, короче, полная жесть. Развязка непонятна, к чему приводит пока что, но очень круто. Так, с вами был Андрейка, Дед Рейсинг. Приходите на стримы, приходите так просто, ставьте комментарии, ставьте лайки. Очень приятно было с вами сидеть, веселиться, отдыхать. Так что с удовольствием жду вас всех. Не забывайте про подписки и ставить лайки. Вам, в принципе, ничего это не стоит, а мне очень приятно. Так что всем пока, всем хороших выходных, хороших настроение. Короче, и спокойной ночи. У меня уже час ночи. Все, пока. Это третья часть. Третья вот закончилась. Завтра мы будем продолжать четвертую.